Теперь тот сервис, который, наверное, искали многие давно, сервис, в котором есть кнопка «Сделать хорошо». Тот сервис, который берет на себя большую часть автоматизации работы с презентацией. Вообще подобных сервисов давно пытаются придумать. Есть, например, сервис, так, точно сейчас скажу, у них у всех очень похожие названия. Слайдер. Вот есть слайдес, а есть слайдер. У сервиса слайдер как раз тоже по задумке авторов должна была быть возможность просто автоматически делать хорошую презентацию. У вас есть возможность выбрать примерно из 10-15 макетов, и затем вы просто в специальные поля забиваете контент. Никак влиять на дизайн вы не можете, он забит жестко. То есть все, что вы можете, это писать текст или загрузить какие-то фотографии. И не факт еще, что кириллические символы будут потом смотреться хорошо. А вот у сервиса Beautiful таких проблем нет. Если вы посмотрите на скриншот, вы увидите пример, и это не просто какой-то абстрактный пример, абстрактный скрин, это то, что при подготовке к вебинару я сама создала вот буквально в несколько кликов. То есть действительно здесь можно делать очень красивый дизайн, в том числе и используя кириллические шрифты, это может быть выглядеть эффектно. Beautiful автоматически создает макет. Когда вы добавляете какой-то контент на слайды, он сам его оформляет, но у вас, конечно, остается по-прежнему контроль большой. Вы можете сдвигать, изменять цвета, менять эти макеты, менять оформление. То есть автоматизация есть, но при этом весь контроль все равно остается в ваших руках. Не очень удобно, что шрифт на лету изменять нельзя. То есть здесь даже просто нет вот такой панельки, где можно по-быстрому поменять шрифт или его размер. Размер меняется только изменение самого объекта, а шрифт задается для всей презентации. Нужно зайти в настройки и только после этого менять шрифт. Эффект анимации тоже, к сожалению, один. И в бесплатной версии на слайдах остаются водяные знаки. В Beautiful можно импортировать презентации в формате PPTX, хотя результат не всегда получается достойный, и здесь тоже поддерживается командная работа. Для кого подойдет этот сервис? Так, секунду. Теперь у меня уже пропали символы контроля над презентацией. Если вы не хотите задумываться о дизайне, настройке макетов, если вам действительно нужна эта кнопка «Сделать хорошо», чтобы кто-то за вас подумал и аккуратно расположил все на слайде. Работает достойно, я проверяла, сервису можно доверять. Если вас устраивает небольшое количество форматов экспорта, то есть исключительно либо PDF, либо показ по ссылке. В PDF, естественно, анимация не сохранится. Если вы делаете какие-то анимированные элементы, то показывайте их по ссылке. У Beautiful AI очень много вариантов инфографики, и она в том числе анимирована. Если нужно произвести вот как раз такое впечатление, то однозначно говорим «да» этому сервису. И наоборот, говорим «нет», если вам нужны профессиональные инструменты работы со шрифтом из палитры. Здесь подобного просто не имеется. Если привыкли сдвигать на 3-4 пикселя влево, да, что-то понемножку изменять, Beautiful AI не всегда это понимает и принимает, начинает пытаться перестроить весь слайд. И если у вас есть тоже какой-то корпоративный стиль оформления, вы не сможете его полноценно воспроизвести в этом сервисе. Как и для чего его можно поставить в ваше рабочее пространство? В первую очередь для поиска макетов, для создания как раз вот такой красивой графики, даже если не презентация, даже просто если вы хотите сделать вот как раз впечатляющий интерактивный отдельный элемент. Варианты экспорта, я говорила, здесь уже сами по себе очень и очень бледные. То есть автоматизация, красота, впечатление – это сюда.